Ситуация с аварийностью на дорогах Славянского района по-прежнему остается напряженной. В связи с постоянно ухудшающимися погодными условиями Славянский отдел госавтоинспекции настоятельно призывает водителей поменять летнюю резину на зимнюю, детей перевозить только в автокреслах и соблюдать скоростной режим. На территории Славянского района за текущий период 2019 года было зарегистрировано 226 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибло 37 человек и 316 получили травмы различной степени тяжести. Основными причинами ДТП стали нарушение очередности проезда, 88 дорожно-транспортных происшествий, в которых 8 человек погибло и 136 получили травмы, а также выезд на полосу встречного движения, 25 ДТП, в которых 12 человек погибло и 53 были травмированы. С участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет в текущем году было зарегистрировано 35 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 39 детей получили ранения различной степени тяжести. При этом по вине несовершеннолетних произошло 4 происшествия, 2 по вине детей-пешеходов, по одному ДТП по вине ребенка-велосипедиста и несовершеннолетнего водителя мопеда. В 26 дорожно-транспортных происшествиях получили травмы дети-пассажиры. При этом в 6 автоавариях дети в нарушении правил дорожного движения не находились в детских автокреслах и не были пристегнуты ремнями безопасности. Поэтому сегодня я обращаюсь к вам, уважаемые родители. При перевозке детей в машине не забудьте пристегнуть его ремнями безопасности или разместить в детском удерживающем устройстве. Еще раз напомните вашему ребенку основные правила перехода проезжей части и безопасного поведения на дороге. Позаботьтесь о том, чтобы на его верхней одежде были световозвращающие элементы. И, конечно же, будьте предельно внимательны, находясь за рулем автомобиля.